стоит Москва. Во знаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа установить, что 9 мая является днем всенародного торжества, праздником победы! Центральную площадь города носится государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы. Наверную группу, состоящую из военнослужащих 106-го учебного центра имени Героя Советского Союза маршала артиллерии Катакова, возглавляет командир учебного взвода капитан Константин Викулов, правнук участника Великой Отечественной войны Костромина Александра Дмитриевича. При взятии Кёнигсберга гвардии старший лейтенант Костромин обнаружил и передал для уничтожения арт-огнем координат. Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Ни ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом промах. Это праздник сединою на висках. День победы,
День Победы. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, этот День Победы. Порохом пропах, это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы.